Взлет цен обеспечит рост экономики, и этот процесс не остановить, заявила премьер-министр Наталья Гаврилица, которая считает, что волна подорожаний – следствие накрывшей мир пандемии коронавируса. Для жителей Молдовы это утешение крайне слабое. Не на это надеялись люди, выбирая тех, кто обещал им немедленные перемены. Пояса тоже затягивать уже некуда. С начала года продукты питания подорожали примерно на 4%, непродовольственные товары – на 5%. Самый резкий взлет цен зафиксирован на мясо, фрукты, растительное масло, стройматериалы и топливо. И пусть цифры кажутся небольшими в сумме, они больно бьют по карману обывателей. Очень плохо сказывается на жизнь. Все подорожало, люди бедные, никто нам ничего не дает. Как была у нас пенсия, так она и осталась. У нас пенсии очень маленькие, поэтому на еду, если в пенсионном возрасте не начнешь еще раз подрабатывать, Маечка обещала 2000, но это тоже не спасет. Попробуй она прожить на эти 2000. Сигурка есть из кумпири, сынтла легуми. Орче с кумпири я дучила, не платиршила эмоций. Чинарвес сердичи прецу ними. Чем мой принципал, да карпите статус факелу курдемунка, ому спрямяска бине, шсекелдуе бине. Люди надеются, что правительство все же перестанет оправдываться и сумеет удержать пустившуюся в галоп инфляцию. Если Маймарка Европа помогут, моя фа консультация ку Ванкар Винше, узко, еще Майшака Европа призыв. Так с моим купил метела кокус, тары гривди, петраку вяса мать парти. Может, в Омиде, поэтому урлоща вам Масур. Чем я требую с я Масур, газу? Primarul guvernul. Ce e responsabil pentru așa ceva? Pensionarii îndeoseb le sunt și cât mai mult suferă buzunarul. Cine ar trebui să reglementeze situația asta? Nu, cine? Guvernul. Cine avem noi? Cine am ales, cine trebuie să ocupe cu asta? Guvernul, care schimbări ar fi? Prețurile vor crește în continuare. Suntem viața de consum, așa viața. А вот в правительстве не уверены, что можно удержать рост цен. Вроде как пандемия, везде кризис, и с них спрос маленький. Более того, премьер уверена, что и не стоит вмешиваться, ведь подорожание – гарантия роста экономики. Мы ведем крестерия прецурилор на нивел глобал, я есть каузата де ситуация постпандемика и де ной элевалы. Дак экзиста ун консум ридикат и экономия деч креште ин Молдова, требуе доар са не асигурем că putem efectiv separa creșterea la nivel internațional de creșterea locală și să nu oprim prea tare economia înainte de timp. Правительство Гаврилицы было сформировано в конце июля из членов ПДС.